вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Вас предавали в жизни? Я не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то таким серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. Нет, в моей жизни такого не было. Боялись вас просто предать? Трудно сказать. Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны.